Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами проходить игру Fallen Sales. И давайте будем осматриваться, куда же мы с вами притарабанились и где мы сейчас находимся. Ветра нет. А, подожди. Так, стоп. Давай возьмем. Спасибо. Взяли. Кстати, игрушка до сих пор обновляется. Хотя она вышла уже 2 недели назад. Ну, на данное время, конечно, когда я снимаю это видео. Так, что у нас? 2023... Не знаю, чего проехали мы. КМ, наверное, или миль. Пока неизвестно, но мы двигаемся дальше. Так. Пока все в порядке. В прошлой серии, кто смотрел, кто не смотрел, мы с вами обновили... Так. Что это такое? Снова какая-то дрянь. По-моему, нам нужно ее толкать. А, вижу, хорошо. Мы с вами обновили колеса. У нас они теперь... крутящие. Подожди, а как мне прицепить тебя? Вот, хорошо. Я, конечно, смотрел на эту кнопочку, но до конца не был уверен, что это кнопка. Смотри, какие леса здесь стоят. А для чего они, вообще непонятно. То ли наблюдать за берегом, то ли вообще осматривать территорию. Но как-то странно, они здесь вот тупо посреди плато находится. Небольшой кран на заднем плане, какие-то вышки. Так, толкаем потихонечку. Я заметил еще одну проблему, друзья. В Steam, если ты играешь через Steam, то у тебя почему-то тормозят игрушки. Я уже подключал все оверлеи, короче, все подключал такое, что могло бы мешать, но это что-то как-то не помогает. Вообще же с этим Steam, блин, такая дичь какая-то происходит, как и со всем остальным. Что-то они такое мутят, блин, непонятное. Всякие. Телеметрии. Ну, им платят за это бабло, поэтому... Да. Поэтому так и есть. Так, хорошо, мы остановились. И что это нам дает? Тут я могу вернуться. Ага. Так, вагонетка с железом поехала дальше. Значит, и мы тоже можем двинуться. Правильно? По идее, правильно. Куда бы эту бочку... А нет, не то я хотел сделать. Я хотел стул спалить. Давно он на меня косо смотрит. С самого начала игры. Поэтому хочется его... научить... жить... по-нашему. Мы тупо переключили просто... Не буду я эту бочку брать. Время тратить. Хочу добраться побыстрее до финала уже. Ну, просто настолько интрига. Что? Ящичек, пожалуй, можно взять. Угу. Так, этот закинем сразу.
Какие-то лагеря здесь, смотрите. Трубопровод какой-то непонятный. Тоже, видимо, связано с каким-то топливом или чем. Известно так. Как всегда, дичь происходит. Но мы продолжаем с вами ехать. И это хорошо. Не останавливаемся. Продолжаем продвигаться. О, какая-то здоровая хрень. Тут у нас. Тихо. Бэмс! Отлично. Одна из любимых частей моей... частей игры. Игромого процесса. Так, здесь я вижу какой-то лифт. И вижу опять незначительную кнопочку. Ага. Почему только кнопка внизу находится, а не сбоку? Это странно. Ну ладно. Не к чему привыкать, потому что все здесь очень странно и очень непонятно. Второй этаж. Здравствуйте. Нет, второй этаж это был внизу, да? Это первый. А что там? Какие-то коробки или что-то такое? Или холодильные? Морозные камеры? Морозильные? Отморозить себе все. И спереди, и сзади. Что теперь мне необходимо сделать? Крючков не вижу. Мне необходимо подняться наверх. Да, сделать это возможно только если мы оттянем немножко назад. Тут, по-моему, дырень, в которую можно будет нехитрым способом попасть. Чуточек. Опа. Надеюсь, этого хватит. И сверху есть кнопка. Да-да-да. Для того, чтобы... что-то открыть. Цифры над ними 26 27. Такое впечатление, как будто это какие-то криокамеры, то есть в рост человеческий. Что с этой стороны, я пока не могу проверить. Понятно, там какой-то всякий хлам. Дверьки мы открыли. А здесь все закрыли. И это печаль. Тут пройти я не могу. А значит, нам нужно двигаться вперед. Я видел этот лаз, который нам продемонстрировали, но не был уверен. На крыше какой-то огромной, здоровенной хреновины. Мы с вами сейчас... 100% какая-то лаба. Какая-то невероятная механическая, здоровенно-железная, ножная хреновина, как я и говорил. Что это такое? Какой-то полуедящий, полуходящий штук.
Ох, ё. Слушай, эта штука сейчас будет двигаться. Серьезно? Нифига себе, какая жесть. Мама, мне страшно. Прикиньте, какая махина. Даже какие-то, не знаю, там, трансформеры по сравнению с этой штукой. Просто муравьи. Одуреть. Вы же видите, да, топливный бак? Голубенький. Вот это да. Одуреть. Слушай, так мы прям на Луну можем таким образом добраться. Ничего себе. Вот это жесть. Так, подожди, а как тебя... Тебя же как-то можно заправлять? Не знаю. Ой, что-то дымит. Что-то дымит. Слушай, это наша штука сгорела. Наш локомотив, 100%. Нет, пожалуйста. Пускай это будет не так. Это не так, но здесь все просто в каком-то... Капздеце. Да, а я уже на Луну собрался. Ага, сейчас. Бесполезная вообще здоровая фигня. Оказалось. А что просто? Нет. А-а-а. Погоди-ка. А как же я проеду, если там все горит? Потушить навряд ли мне удастся. Такое пожарище. Так, немножко, чтобы разогнать потом. Ага. И теперь давай-ка дадим жару этим железкам. Странно, что же мне делать? Но это не может быть просто вот так, по-моему. Нет, это именно так. А, хорошо. Теперь нам надо сделать вот так и сверху. Окей. Вроде как я тушу, да, попадаю? Да. Вроде как и все. Теперь эту штуку надо опустить. Может, вот так? И выловим. Нет. Я понял, что дальняя должна опуститься, но нам нужно опустить сначала вот эту. Потом уже... Ну, я же правильно предполагаю. Нет, я не могу этого сделать. Ага. Может, что-то нагрузить сюда нужно?
скрипит наш трос. Такое впечатление, как будто он кожаный. Хорошо. И снова эта штука заправляется. Это что-то как-то посложнее, конечно, чем у нас механизм. Ну, ясный перец, конечно, что. Совсем другой. Другой моща. Что с этим делать? Тихо, что-то происходит. Может, теперь эта штука опустится? Нет, нифига не опускается. Ха. И мы снова остановились, да? Ага. Вот оно чё. То есть вы мне предлагаете... таким образом спуститься на этой хрени вот сюда, чтобы... Так, ну это понятно. Хорошо. А как мне теперь вернуться назад? Угу. Так, это уже меняет ситуацию немножко. Тут я поднимусь, а тут я тоже поднимусь и пройду. Чудное. Так, теперь. Ага. Ну и да, теперь возвращаемся и просто эту штуку подтягиваем. Хотя сдается мне, что это будет не так просто. Главное, этот инженер, который придумал эту штуку огромедную, повесил портреты. То есть, как она работает и что это такое. В принципе, да, визуально это все объясняет. Почему она такая здоровая и все в таком роде. Но нам она не нужна, по сути. Так, теперь я вообще ничего не понимаю. Идея, мне необходимо вернуться назад.
конечно, двигаемся с помощью этой штуки. Может, какая-то гора? Да, вроде как гора сейчас будет впереди. Мы долбанемся, и этот... эти ворота откроются, чтобы нам проехать. Да. Хорошо. С логикой дружу. Правда, не всегда сразу. Я же говорил, бесполезная фигня. Даже горы не может как-то пересечь. То есть, это, конечно, да, но... смысла в ней вообще никакого. Так, тихо, игра. Игра, тихо. Пылесос. Пылесос. О, подожди, ветер появился. Отлично. Не знаю, как-то на ветру с помощью парусов как-то намного спокойнее и надежнее. Я бы на самом деле боялся такой огромной штуки с ее механизмами всякими, поломками и всем остальным. Ох, ты ни хрена себе, вот это... что еще такое? Сейчас попадем под... мама. Иными словами, друзья, самый эффективный транспорт — это механический. Ну, то есть, вы, надеюсь, понимаете, о чем я. То есть, который движется естественным путем, без всяких топлива. Мама. Я не вижу ни черта. Я ни черта не вижу, все горит. Подожди, а что мне делать в таком случае? Может, надо как-то ускоряться? Вполне вероятно, кстати. Так, не буду я эту всякую фигню брать. Но попробуем ускориться. Вам, скорее всего, нужно просто опередить это извержение. Вроде как получается. Или нет? Тихо-тихо, игра, пожалуйста, не надо. Ой-ой. Это нормально? В принципе, было ожидаемо, что эта фигня расколется. Если честно, друзья, когда мы с вами поднимались и спускались по всяким склонам и подъемам, да? Я так и смотрел на эту штуку. Помните, еще в предыдущей, в одной из предыдущих серий я говорил, что мне напоминает троллейбус и гармошка. Ну, то есть... тихо! Тихо! Ты куда без меня? Мы, по сути, можем двигаться и так. На одном крыле, как говорится. А зачем нам нужны были такие крутые колеса? В таком случае.
А может как-то сбалансировать теперь надо? Странно, но лифт работает. Да, мы можем ехать так. Но очень медленно. Пепел как спускается. Не знаю, почему дополнительных колес спереди нет. Я бы маленькие какие-то поставил все-таки на какой-то упор. Вот смотрите. Все по тому, что вот, вот это вот происходит. А, подожди, мне теперь надо балансировать. Не полностью включать, а вот так вот передвигаться. Блин. Клево, конечно, это, но... Корабли там, да, какие-то? Или такие же локомотивы? По-моему, лодки. Что-то типа рыбацких маленьких. Хотя не факт. Да, тоже машины, смотри. Не лодки, а машины прям. К машинам паруса монтированы. Клево. Ну, конечно, два устойчивых колеса, это намного круче, чем... Хотя они все здесь остановились, смотрите. Все заброшены. Тупо бросили, потому что дальше не видели смысла передвигаться, да? Или просто не могли, так как там океан. Небо зато какое чистое, красивое, смотри, какое. Красота. Ну вот, походу, мы... Добрались до нашего логического окончания пути. Почему логическое? Ну, потому что... Как бы, чтобы ты ни старался... Это знаете как... Грустный, конечно, момент. Сейчас должен быть. Но я не могу подчеркнуть тот факт, что... Друзья, учите географию. Хотя бы своего края. Ну, потому что отправляться в путешествие без знания географии и что делать дальше, это как-то бессмысленно, по-моему. Скорее всего, это импровизированный маяк. Так, коробочка, дай мне пройти, пожалуйста. Я хочу именно вот эту штучку закинуть. Сигнал СОС. Побережье. Клево. И прилив, да? Угу. Круто. Thank you.
Что-то подобное я и ожидал от финала. Но просто думал, что у нас появятся какие-то... Можно было бы продолжить, естественно, смысл, то есть там превратить наш локомотив в плавсредство какое-то, да, так как у него есть паруса, а не обчекрыживать его. И потом, допустим, все-таки добраться до других земель и увидеть то же самое. И понять, что смысла нет. Если никого и ничто не осталось. Да. Клевая игрушка. Очень душевная, с душой сделана. Много философских... Как бы это выразиться по... Пограмотнее. Множество философских галочек, что ли, да? Поразмышлять о смысле, движении. По сути, поверхностный я такой озвучу для вас. То есть, пока мы движемся, пока мы чем-то занимаемся, в этом и есть жизнь. Что бы мы ни создавали, что бы мы ни делали, как мне кажется, не проходит бесследно. И это хорошо. С одной стороны грустно, а с другой стороны все... Все на своих местах, короче говоря. Чему быть, того не миновать. Спасибо, что были это прохождение, друзья. Все, кто самый внимательный и самый душевный из вас. Спасибо за ваши комментарии, за ваше нетерпение в ожидании следующей очередной серии. Надеюсь, я вас... смог чем-то порадовать, что-то объяснить, что-то рассказать. Увидимся в других видео, в других прохождениях также. А пока.